людей погибло с украинской стороны за время войны на Донбассе? Это даже не термин из категории военно-пропагандистская тайна. Это такой риторический вопрос, на который все, кто имеет прямое отношение к войне, ответ уже знают. У нас на этом делаем учет. То есть никто не знает, по-моему, почему ты не можешь сказать, сколько всего потерь. Но никто не контролирует, кто вообще воюет. Армия сама по себе. Ну, я же там сотню историю наслышался. Я военных, там, бардак там. Ярослав Жукин руководит волонтерской организацией, которая занимается тем, чтобы вывозить тела погибших с территории, которые контролируют ополченцы Донбасса. Неприметные грузовички «Газели» с табличкой, на которой...